А здесь что? Ну, здесь больше 30, блядь. Перекрёсток. Что? Как зовут вас? А вам зачем? Ну, чтобы я знал, как к вам обращаться. Денис? Как вам просто водитель обращаться? Денис? Я не водитель. Водитель кто? Ну, кто водитель? Ну, я же спросил, как к вам обращаться. Денис. Того, чтобы... Денис, послушайте. Вы стали под знаком. Остановка, это пункт остановки. А с чего вы взяли, что я стал? 30 метров. Подождите. 30 метров от него останавливаться. Стоп. Стоянка, стоп. Секундочку. У вас есть доказательство, что я сюда стал? Да, у нас. Пожалуйста, посмотрите. Что у меня посмотрите? Предъявите мне, пожалуйста, да. У вас есть видеофиксация или что? Вас именно я. Да, именно. Пожалуйста, видео. Что видео? Фиксация. Покажите мне. Покажем вам. Давайте. По вашему запросу. По моему запросу. По времени. Ничего подобного. Именно ребята, человек по времени стоял 30 ребята, минут здесь. Не надо отправить запрос. Вы на данный момент что? Составлять нет, протокол будете? Пока мы ничего на вас не составляем. Мы пока с вами общаемся. Общаемся, хорошо, общаемся. Водительство у вас имеется? Возможно, да. Посмотреть его можно? Зачем? Чтобы я убедился, что вы имеете право управлять. На каком основании? Будьте любезны, предоставьте свое удостоверение. Так, ладно, в двух словах. Я, вы будете писать? Подождите там, посмотрите. Я с вами не общаюсь пока, я общаюсь с водителем. Вы протокол будете писать? Протокол? Нет. Не будете писать? Не буду. Я документы покажу. Если будете протокол писать, я не буду. Вы постановление будете. Вы постановление будете писать? Нет. Нет? Будем. Будете? Будем. Я не водитель. Чего вы не водитель? Этого транспортного средства. Но вы же сюда подъехали. Ну, я сюда не подъезжал. Не подъезжал? Нет. Ну, просто подошел и сел. Ну, вы подъехали. Я сюда не подъезжал. Подъезжали. Нет. И дальше вы ехать не будете? Ну, дальше поеду. Ну так я устраняю правонарушение. Как вы устраняете? Ну, так я устраняю правонарушение. Знак, я знак. Понимаю, я устраняю правонарушение. Но вы его уже совершили. Смотрите, 63-я статья Конституции. Вы уже его совершили. Это не я совершал, я устраняю правонарушение. Это вопрос второй. Ну, с чего вы взяли, что это я сюда поставил? Вы видели? Граждане, это ничего не значит. А теперь немножко так, другой это вопрос. Не подождите. Подождите, я как не клиент надо, не имею надо. Полное право ждать и ожидать вашего именно мужчина, фамилии. Мужчина, подождите. Ваши глаза не являются доказательством в суде. Что я сюда приехал за рулем. Пожалуйста, предъявите им. Так я не подъезжал. Я просто пришел, сел и все. Почему тут прилетел? Ну а как вы здесь оказались? Ну я и шел мимо, сел в машину, что дальше? Ну вы из нас дураков делаете. Ну а вы из меня кого делаете? Будьте любезны, ваша фамилия и имя отчество. Закон! Вы говорите, что я сюда припарковал машину. Вы видели это? Видеодоказательства есть? Пожалуйста, покажите. Пожалуйста. Это не годится. Это не годится. Ребята! Вы закон знаете? Не знаете вы. Статья 2. Конечно. Потому что я уже читал для таких вот, как вы. Подошли, постановление ляп и уехал. Читал, конечно. Стоп. Я сюда ее не ставил. Ребята, я сюда машину не ставил. Я устраняю правонарушение. Я могу ехать? Нет. На основании чего? Я не знаю, у вас водительских прав нет. А водитель кто? Вы водитель. Ну, чего вы взяли? Я сижу просто за рулем. А как вы поедете? Вы знаете как право... Как вы поедете? Стоп, как вас зовут? Вообще, предъявите, пожалуйста, документы. Вы и вы. Пожалуйста. Спасибо. Ребята, вы не читаете законы. Да, вы их не читаете. Вы их не читаете. Подождите. Михаличенко Александр Алексеевич, инспектор. Пожалуйста. Чего? Не вижу. Воз... Жов Тарас Володимирович, да. Полицейский. Вы знаете право дорожного движения? Конечно. Водій, хто це є, яка особа? Ні. Водій, який управляє транспортним... Я управляю транспортним засобом? Ви управляли. Я не управляв транспортним... Ви під'їхали, я тут просто сижу. Що значить так і скажете? Ребята, не треба мені адмінпрактика. Ви знаєте, що ви... Когда составляете постановление, вы являетесь как бы судья. Вы пишете уже постановление. Ну, вы выносите постановление. Вы... По факту данного... Ну, вы обязаны предъявить мне фото-видео-доказы.
Пожалуйста, покажите мне. Дадут. Я не имею права смешивать. Как это? Кто я мне даст? Смотрите, я кто? Не имею права вмешивать. Да это моя проблема. Это моя проблема. Подождите, ребята. Ребята, это не моя проблема. Это не моя проблема. Вы обязаны ознакомить меня с правонарушением. Пожалуйста, я от вас жду. Сейчас. С каким? Где? Вы стоите на знаке остановочный пункт. И что? 30-30. Я хочу устранить правонарушение. Я могу уехать? Нет. На основании чего? Я задержан? Вы не водитель, у вас нет права. У меня есть права. А вы чего их не покажете? Так на основании чего? Как я могу разрешить ехать, вам... если у вас нет водителя? Вот если я сейчас заведусь и тронусь, да. Тогда вы можете проверить у меня документы. А просто так нет. Потому что я на данный момент не водитель. Что? Остаюсь здесь сам. Ну, стойте. Вы так долго будете стоять. Ребята, законы учите. Водитель это особая, кого управляет транспортным засобом. Я прекрасно вижу, как вы сюда подъехали. Фото, видео, доказы. Если бы ребят бы высадили и поехали. Фото, видео, доказы. Пожалуйста, предъявите. Подождите, а это вот не я мои извиняюсь. Не надо. Подождите, вопрос. Это я нахожусь клиент. Я теряю время. Дорогое мне время. Не надо мне ехать куда-то. Вы обязаны ознакомить меня с фото, видео, доказами. Все. Точка. Я не обязан ехать в вашу админпрактику, по судам бегать. Есть фото, видео, доказ. Показали. Я согласен. Расписался постановление. Все. Я поехал штраф платить. Нету, ребята. Я поехал. Устраняю правонарушение. Ну как? Как вот завел, все уехал. Управление. На основании чего вы так решили? Ну, я думаю, что у вас нет права. Ну это ваши, так это ваши домыслы. Граждане, что у меня нет права. А вот разрешите, я вас по-нормальному... пожалуйста. Не, мужчина, не подождите, я клиент. Я имею полное тебя... право. Полное право. Знать фамилии этих людей. Я вас поинтересовал. Если вы будете писать постановление, я не показываю документы. Доказывайте, что хотите, делайте. Если по-нормальному, если вы не будете писать бумаги, я вам сейчас предъявлю документы, все есть. Может, страховка, все же. Нет, вы мне что сказали? Стоп, вы мне что сказали? У меня есть фото-видео доказы, езжайте, дивиться там, где что хотите, то и делайте. Это ненормальное общение. Потому что вы нарушаете закон. Мне вы, вот интересно, вы нарушаете... а вот это время, что я здесь сижу... Ребят, и трачу время на вас. Не занимайтесь. Будьте ерунду, любезны, я клиент. Что делать? Ерунду, я клиент. Да. А где ерунда? Вы нарушаете право. Я не нарушаю право дорожного движения. Нарушитель кто? Кто поставил? Я сюда ее не ставил. Не знаю. 63-я статья Конституции. 63-я статья Конституции. Ребята, 63-я статья Конституции. Знаете ее? Ну все. Вот и все. Все верно. Все верно. Оказывается, вы все знаете, только нарушаете. Нарушаете в данный момент. С чего вы взяли? Я вижу факт нарушения. Я хочу устранить. Вы видите, я факт хочу устранить. Нарушения. Я сел, хочу уехать. Вижу... Я вот и шел мимо, смотрю, машина нарушает. Я сел, хочу уехать. 63-я статья Конституции. 63-я статья Конституции. Я обязан ограничить. На основании чего? Ну, на основании того, что это не ваша машина. Что значит угнать хочу? Ну, можно. У вас нет ни документов. А с чего вы взяли, что у меня нету документов? С чего вы взяли, что у меня нету документов? Почему вы не хотите их предоставить? На основании чего? Вы какое имеете право проверять документы? Самое непосредственное. Ну, на основании чего? На основании закона о полиции. ПДР, верно. Я их не нарушал. Я хочу сесть и уехать. Ну, пассажиры, вы этого не мешали. Я у вас предварительно спросил, если вы хотите пойти на паранормальную, я показал бы на клиенту и уехали. Если вы хотите по закону, значит вызывайте там еще кого-то, да будем сейчас разбираться. На основании чего? Вы хотите по-нормальному разойтись? По-нормальному? По-нормальному? Вы как старший. Нет, вы собрались писать постановление. Нет, вы мне сказали, вы хотите писать постановление. Чтобы убедиться, что вы имеете право управлять транспортным средством. Не давай в руки. На транспортное средство. Ребят, вы же прекрасно знаете, что у нас законы такие. И ваше вот это вот я бачив, не бачив. Ну это все это ерунда, честно. В руки не давай. То есть вы считаете, можно нарушать право дорожного. Я такое сказал? Я такое сказал? Я такое сказал? Ну зачем? Зачем вы вот занимаетесь, вы переворачиваете слова? Вы считаете, я такого вы не сказал. Считаете, что если зафиксировал факт правонарушения, то это ничего вы не значит, зафиксировали? Да? Ну, вы считаете, это ничего не значит, да? Вы зафиксировали? Это ваше в априори.
Если все по закону сделано, ну, все верно. Красный, пожалуйста. Да, я, допустим, что это? Техпаспорт. Да, что, да, не знаете? Знаю. Ну, так, а что вы спрашиваете? Просто не видно, вы так держите. Ну, так фонарик включите. Ну, как мне держать? Пожалуйста. Давай, я посмотрю. Не, вы все верно? Ну, зачем вы колите? Тимчасовый регистрационный талон. Ребята, у вас хоть есть, ну, вообще, а по-честному? А? На другую сторону. Есть? Есть? Или ксерокопия? Ксерокопия! Смеешься, ксерокопия. Ну, что ты смеешься? Ну, ксерокопия у вас. Вы вообще без документов ездите, ребят. Ну, что вы, блин, ну, занимаетесь этой ерундой? У нас есть определенные... У вас ксерокопия! Вы так же сам... Что? Ксерокопия. Она каким? Каким? Ребят, ну блин. Ой. Да какой телевизор? У вас ничего подобного, ребят. А у меня такое впечатление, что у вас искаженное чувство информации. Я сижу уже с 10 минут, клиент. Я не могу уехать отсюда. В чем проблема? Категория пока. Вопросы есть какие-нибудь? Ну да, мопед. Водитель пьян? Или нет? Блин. Блин. Блин, ну я не совершал это правонарушение. Давайте вы воздержитесь от меня об обвинении, а я просто устраню правонарушение. Вы мне угрожаете. Мне уже один угрожал, а вот их с Краматорска. Кричал, я тебя поймаю за пьянку и все остальное. Ребят. А, ну так а что значит, мы с вами пересечемся? Я говорю, что где-то мы с вами пересечемся еще в такой ситуации подобной. Пожалуйста. 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 Я могу ехать. Спасибо. Всего доброго вам. Спасибо. Это мне, блядь, 20 минут ты должен мозги ебать. Молодец. Красиво. Пошли они нахуй. Вот именно. Они не знают законов. Это законов. Полиция, они вообще нихуя не знают. Ты правильно подвинул. Ксерокопия документов хуйма, блядь. Так они ездят без документов. Они ездят с бумажками, ксерокопиями. Они ездят без документов. Это уже, ну блин, ну это факт. Так, а кто ты так?